Приветствую всех любителей бисероплетения. Сегодня я хочу вам показать, как плести из бисера украшения своими руками. Именно это подвески, кулончики, брелки, заколки. Итак, начнем с бисероплетения крокодильчика, которое стало очень популярное среди начинающих. Значит, на этой схеме ясно показано, как выполняется такой крокодил. Но прежде чем приступить к его изготовлению, необходимо подготовить материалы и некоторые инструменты. Для этого нам понадобится, значит, проволока, либо леска. В моем случае это проволока. Бисер средней величины зеленый, желтый, красный и черный. И ножницы. Для начала нужно отрезать кусок проволоки, я уже его отрезала, и определить центр этого отрезка. Значит, высыпаем бисер черного цвета, нам он нужен только для глаза крокодила, поэтому нам нужно две штучки, вот так. Зеленый у нас для спинки крокодильчика. Думаю, столько достаточно. Желтый для животик. Таким образом. И красненький, кто хочет одну бусинку для язычка крокодильчику. Это по желанию. Итак. Итак, приступим к изготовлению крокодильчика. Так, нанизываем по нашей схеме язычок крокодильчика. Вот таким образом на центр нашего отрезанной проволоки. Вот так. Затем нанизываем две зеленых бисерины на одну сторону проволоки. Две зеленые. И проходим через них вот так, другим концом проволоки. И затягиваем. Получается вот такое у нас начало. Далее у нас по схеме идет желтые, зеленые. По две. Набираем две желтые. Две желтые. Проходим через них другим концом проволоки. Вот так. И затягиваем. Вот так. Далее набираем две зеленые. Так. И тоже через них проходим другим концом проволоки. Вот таким образом. И плотно затягиваем. Получается вот так у нас. Сверху зеленый, язычок красненький. И под низом идет животик, начинается плести. Так, дальше по нашей схеме все в таком же порядке. Три желтых. Три желтых. Через них тоже проходим другим концом проволоки. Так, затягиваем. Вот так у нас получается. Вот это животик желтый. И сверху у нас зеленый уже крокодил идет. Так, затем три зеленых. Три зеленые проходим другим концом проволоки. Вот так.
Дальше 3 желтых. Тоже проходим обратным концом проволоки. Тут уже плетение аналогично идет, ничего сложного нет. Поэтому очень легко научиться. Вот таким образом у нас строится животик. Помогайте! И вверх зеленая крокодильчика. Помогайте! Так, затем набираем 3 зеленых еще. Проходим другим концом проволоки. Ня. Вот так получается. Ня. 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 Затем 4 желтых. Ня. Мочка, иди сюда. Гу-гу-гу. Иди сюда. Гу-гу-гу. 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 Мальчик. 4 желтых. Проходим обратным концом проволоки. Так, дальше у нас по схеме идут глазки. То есть мы набираем одну зеленую, одну черную, одну зеленую, снова черную и, наконец, зеленую. Вот так. И проходим тоже другим концом проволоки. Вот так. Вот так. Какой у нас получается крокодил. Так, затем у нас идет 3 желтых по схеме. Три желтых. Тоже проходим другим концом проволоки. Затягиваем. Вот так получается. Затем 3 зеленых. Тоже проходим другим концом проволоки. Так, 1, 2, 3. Проходим. Затягиваем аккуратно. Вот так у нас получается. С этой стороны. Так, затем 4 желтые. Проходим вот так. Так, затем набираем 4 зеленые. Проходим через них другим концом. И мы дошли до лапок крокодила, до первых лапок крокодила, передних. Значит, здесь нужно быть внимательным. Приведем его немножко в порядок. Так, значит, на один конец проволоки. Сейчас работаем только с одним концом проволоки.
набираем 4 зеленых. Я. 4 зеленых и одну желтую. Я. И одну желтую. Желтую мы оставляем вот таким образом. А через зеленые мы проходим вот этим концом проволоки, делая такую вот петельку. И аккуратненько затягиваем. Вот так. Вот у нас такая получается лапка. И то же самое делаем со вторым концом проволоки. Вот мы набрали, значит, две лапки крокодильчика. Вот такой у нас получается крокодил снизу, животик, и сверху. А дальше набираем все по нашей схеме. Значит, 5 желтых бисерин и проходим через них обратно. Вот так, 1, 2, 3, 4, 5. Проходим другим концом проволоки в обратную сторону. Вот так. И аккуратненько затягиваем. Вот так. Дальше по схеме набираем 5 зеленых. Тоже проходим обратным концом проволоки через них. И аккуратно затягиваем. Вот таким вот образом у нас получается. Так, затем у нас еще идет 5 желтых по схеме. Проходим через них обратным концом проволоки. И 5 зеленых. И мы доходим до вторых лапок задних. С задними лапками мы проделываем точно такую же операцию, как мы проделывали с передними. Работаем сначала с одним концом проволоки, потом с другим. Вот так. У нас получается и на один конец проволоки мы набираем 3 зеленых, 1 желтую. Вот так. 3 зеленых и 1 желтую. Желтую мы оставляем как бы петельку. Проходим в 3 зеленых. И затягиваем плотненько. Вот таким вот образом. Такая у нас получилась лапка. То же самое мы делаем со вторым концом проволоки. Вот такой у нас получается крокодильчик с 4 лапками. Дальше по схеме мы набираем 4 желтых. Тоже проходим через них другим концом проволоки.
уже получается мы плетем хвостик крокодильчика, то есть мы уже идем к завершению. Итак, вот 4, мы тоже их затягиваем плотненько, вот таким вот образом. 4 зеленых по схеме у нас. Раз, два, три, 4. И тоже проходим через них обратным концом проволоки. Таким вот образом. Аккуратно затягиваем. Так, вот так. Теперь набираем 3 желтых. 3 желтых. Проходим другим концом проволоки. Так. И тоже аккуратненько затягиваем. Так, затем 3 зеленых. Раз, два, три. Продеваем вот таким вот образом. Вот так. Вот. Так. И затем уже идет 2 желтых и 2 зеленых. И наш крокодил будет готов. Вот такой у нас получился забавный крокодильчик. Но можно просто либо завязать на узелочек и оставить как крокодильчика и приклеить его на заколочку. Вот сейчас покажу. Например, невидимку любую взять и приклеить клеем. Либо привязать даже вот проволокой самой. И будет интересная заколочка на головку. Либо предложу сделать в виде брелка, либо подвески на шею. Для этого нам понадобится... Здесь просто мы сделаем такой вот ушко, кругляшочек. Для этого мы просто наберем, как у нас было на схеме, желтую, зеленую, чередуем. Так, несколько бусинок в районе 10. Вот. И закруглим. Это можно подвесить будет на ключи, на шею, по желанию. Можно приклеить на, как заколку сделать, на невидимку. То есть уже фантазия у кого насколько развита. Кто как хочет, по желанию. Думаю, еще можно добавить. Вот таким вот образом. Так. Вот. И так вот у нас получится кругляшочек, который мы пройдем через вот эту бусинку. Вот так. Вот. У нас получается вот такая... вот такой вот кругляшочек, за который можно будет подвесить нашу... поделку крокодильчика, наше изделие. Значит, и второй раз мы пройдем через вот эту желтенькую, вот таким вот образом. Здесь просто мы завяжем на узелочек нашу проволоку на 2 раза можно завязать, у кого леска, у кого проволока. Без разницы. Вот так вот. И лишнее мы просто обрезаем. Вот таким вот образом у нас получился такой забавный, интересный, веселенький крокодильчик. Вот так. Вот такой вот он.